Такие игры пропускать нельзя. Сегодня будет интересно. Сегодня мы смотрим классный футбол. Потрясающая атмосфера на Allianz Stadium. Здесь все в лучших футбольных традициях. Полные трибуны и максимальный ажиотаж предстоящего матча. Сделайте звук погромче. Вашим комментаторам есть что сказать. Сегодня для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы приготовили для вас отличный матч с первой игры. Честный справляется с ударом. Мяч вратарь ведет от ворот. Очень хорошая возможность забить, упущен. Честно скажу, я уже видел мяч в воротах. Но у вратаря здесь свое мнение. Вашему вниманию стартовый состав Ювентуса. Вратарь Войцех Честный. В защите Данило да Силва сыграет с Бремером. Рабье вместе с Локателли на фланге в полузащите. Впереди будет действовать пара форвардов. Да, любопытно будет посмотреть, как они друг с другом будут взаимодействовать. Подача, чей мяч будет? Тут нужно было отвести угрозу от ворот. И вратарь это и сделал. Просто отвел мяч подальше. Как тебе Федерико Кьеза? Кажется, он именно тот игрок, о котором можно и нужно сказать несколько слов. Но обычно он очень здорово управляется. Извини, что прерываю. Отличная позиция для удара. Какой своевременный... Ему дали принять мяч, можно атаковать. Какая игра Честная! Насколько здорово он сейчас среагировал на этот удар. Потрясающее спасение. Мяч летит в центр штрафной. Какой был удар, но нет гола. Да, возможно, это был сейф матча. Федерико Кьеза. Ну, решай же! Вратарь уверенно забирает мяч. Ювентус теперь без мяча. Сами отдали мяч сопернику. Мяч в зоне атаки. Алексис Маккалистер. Перехвачен мяч. Отличный высокий прессинг. Какой момент при равном счете. Хорошо сыграл голкипер. Здорово подают на ближнюю штангу. Но слишком близко к вратарю был мяч. И дальше его рук не пошел. Что ты делаешь? Мохамед Салах. Удар точно в руки вратарю, но он и не подвел. Салах с мячом. Отводит опасность от ворот голкипер. Все правильно сделал. Угловой заработал Ливерпуль. Не знаю, зачем нам смотреть еще один повтор. Все и так очевидно. Да, там и близко гола не было. Но на всякий случай нам это наглядно продемонстрировали. Работает защита. Хорошо работает. Ван Дайк. Момент для Салаха сейчас. Мяч в сетке, но засчитан он не будет. В офсайде оказался игрок, а цель была так близка. Мяч потерян, теперь надо обороняться. Включается в центр. Ну, видимо, будет Честный. Справляется с ударом. Из этой атаки ничего не вышло. Играем дальше. Последние 15 минут только, по-моему, Ливерпуль владеет мячом, не так ли? У них прекрасное владение мячом. Они сейчас очень здорово действуют. И, как мне кажется, все-таки смогут довести одну из атак до забитого мяча. И это будет вполне заслуженно. Фланговая атака Ювентуса выглядит перспективно. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. И не дает Алисон мячу отправиться в ворота. Потрясающая игра вратаря.
Луис Диас. Хороший контроль мяча, не так просто его отобрать. Мяч покинул пределы поля, и это аут в пользу Ливерпуля. Штрафную подачу, и есть там кому сыграть. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Адриан Рабьо. Проходит он защитника. Вот это момент у него. Пробил парашютом. Гол! Решил не просто пробить, а перебросить мяч через вратаря. И от этого забитый мяч получился еще красивее. Повтор гола нам показывает. Очень хорошо у него получилось обыграть защитника. И отдельно все-таки отмечу этот финальный парашют в ворота. Очень дерзкий удар. Невероятная техника. 1-0. Сейчас будет веселее. Салах с мячом. И нет свистка. Мяч у игроков Ливерпуля. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Штрафной будет выполнять Ливерпуль. Как мяч не попадает в ворота после такого удара, я не понимаю. Это было даже сложнее, чем забить. Легких путей они точно не ищут. Здесь все было сделано для гола, но куда интереснее, конечно, отправить мяч мимо ворот из убойной позиции. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Алисон. Помогает ему партнер в атаке. Не получается сохранить мяч. Ворота все ближе. Отличный момент у него. Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. И повтор гола. Смотрите, насколько сильный был удар. Никак не ожидал вратарь такого исполнения. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Судья добавляет одну минуту. Майзекин на месте копки. На этом первый тайм на Альянс Стадиум подошел к концу. Судья отправляет команды на перерыв. Нужно отметить этого игрока, он отлично сегодня выступает. Если бы такой игре удалось один раз отличиться, то должен быть и второй гол, а может быть и третий. Сопернику приходится очень непросто. Начинается второй тайм, и Ювентусу надо забивать как можно быстрее. Иначе отыграть такое отставание в счете будет очень сложно. Ждем от команды решительных действий в атаке. Коди Гакпо. С мячом Трент Александр-Арнольд. И подает штрафную. Удар заблокирован. Есть свободное пространство для контратаки. Это выглядит интересно, что-то может получиться. Как играет вратарь? Этой команде сейчас очень нужен гол. И болельщики здорово поддерживают свою команду. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Эндрю Робертсон. Коди Гакпо. Алексис МакАлистер. Тьяго. Честные в игре. Вот так и нужно играть у своих ворот. Если они будут играть быстро, то может получиться неплохая контратака. Да, это могло быть очень опасно, но обороняющаяся команда сыграла очень четко в обороне и не допустила худшего. Мосала!
Как играет? Отличный блок. Мяч потерян. Тьяго. С мячом Трент Александр-Арнольд. Мяч за боковой введут футболисты Ливерпуля. От Тьяго мяч уходит сопернику. 30 минут играть осталось. Ювентус в атаке. Фланг соперника открыт. Один отыграть можно. Вколачивай! Мяч теперь у Ювентуса. Эндрю Робертсон. Коди Гакпо. Алексис Маккалистер. И есть куда бежать ему дальше. Есть удар. Уверенно вратарь справляется с этим ударом. Да, чем-то неожиданным не стал для голкипера. Вратарь выполнил свою работу четко и умело. В составе Ювентуса замена. Это попытка освежить игру. Центр штрафной, мяч с углового летит. Здорово защитник выносит мяч. Вперед игра идет, мяч у атакующей стороны. А вот сейчас может быть опасно. Промахивает зоны с великолепной позиции. А до ворот-то было всего ничего. Решил пробить на точность и не попал. Обидный промах. Разве его остановишь? Партнеры поддерживают эту атаку. И это должен быть гол! Честный справляется с ударом. Отличный отбор мяча. Мяч остался у Ювентуса. Свисток молчит. Диогу Жота. Отличное спасение, отбил мяч вратарь. Показывают нам цифры матча, и сложно представить, что лидер этой игры может упустить победу сегодня. Почти полностью они соперника переиграли, очень много моментов создают. Это отражается в счете на табло. Не сильно получился удар, и мяч у вратаря. Поль Погба. Не удается удержать мяч Полю Погба. Хороший пас получился. Проходит эта передача. Может быть опасно. Гол! Кто-то их остановит. Разница в счете уже плюс 3 в их пользу. Еще раз посмотрим на голевую атаку. Очень здорово он здесь передачу отдал. И завершение классное. Очень здорово разобрался с прессингом защиты. И классно завершил эту атаку. Пока что полное преимущество на стороне Ливерпуля. Он ведет в 3 мяча и не оставляет шансов сопернику. Тьяго Алькантара. Атака прервалась на подступах к штрафной. Много еще играть. 10 минут. Офсайд. Боковой судья поднимает флажок. Надо было отобрать мяч, пока атака не стала совсем опасной, и им это удалось. Он накручивает соперников одного за другим. Все-таки получилось забить, но отыграться будет очень тяжело. Времени почти не осталось. Повтор гола у нас. Очень хорошо они в контратаке сыграли перед тем, как забить. И в завершении не сплоховал. Пробил очень мощно и точно. 3-1 счет. Результативный получается матч. Александр Арнольд. Мохамед Салах.
Тащит мяч вперед он. Но мяч все же переходит к сопернику. Это удар. Здорово пробил. Вратарю повезло, что мяч прошел рядом со штангой. Поль Погба. Теряет мяч Поль Погба. Диого Жота. Диого Жота. И берет удар на себя. Попадает в штрафную. Он бьет головой и... Вратарь забирает этот мяч. Очень хороший получился удар, но голкипер свою команду выручает. Отдавать мяч нужно, есть кому. Мойзекин. Костич. Диого Жота с мячом. Вот и все на сегодня. Время матча подошло к концу. Финальный свисток судьи фиксирует поражение Ювентуса. Бывают такие дни, когда за что ни возьмись, все будет получаться не так. Они пытались играть, пытались быть командой и биться, но получилось где-то не то, где-то частично. Много потерь, много ошибок на своей половине поля и тотальная потеря чувства игры. Это был не их вечер. Он провел хороший матч, просто здорово смотрелся. Хорошее он завершение атак, конечно, и помог команде своей сегодня выиграть.